Это программа «Твое здоровье, Нижнекамск». В студии Кристина Матвеева. Здравствуйте. И сегодня в нашей студии врач-психиатр-нарколог Нижнекамского наркологического диспансера Ирина Жукова. Ирина Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. В последнее время мы очень много говорим про ковид, про эпидемию, но давайте сегодня поговорим тоже на не менее актуальную тему – алкоголизм. Вот какова ситуация сегодня в Нижнекамске? Вот если брать вот определенный населенный пункт, как у нас вообще с этим обстоят дела? Дело в том, что если, давайте, может быть, не будем говорить о Нижнекамске, а вообще по России. Хорошо, давайте. Дело в том, что по России где-то по общим результатам где-то около 5 миллионов страдает алкоголизмом. 5 миллионов. Уже так глубоко. Ну, дело в том, что это имеется в виду люди, которые и состоят на учете, и не состоят на учете, но страдающие алкоголизмом. Это 5 миллионов человек, это практически, если мы подумаем, что в Казани у нас где-то 1 300 000 человек, да, проживает, то представьте, это почти 4 Казани. Вот такое количество населения. И умирает от алкоголизма. То есть вот если провести аналогию с ковидом, то здесь настороженность у нас меньше стала, только настороженность меньше. А на самом деле умирает от алкоголизма. Алкоголизм по смертности стоит у нас на 3-м месте после сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. Тогда вопрос, в каком плане человек, вот вы говорите, стоит по смертности? Это что? Это плохой алкоголь, да, когда люди травятся? Это бесконечное его употребление приводит к каким-то болезням? Вот какова причина основная? Это систематическое употребление алкоголя приводит к заболеванию. Что вообще значит употребление алкоголя? В каких количествах человек не считается алкоголиком, который выпивает там вино, условно, там раз в неделю, пиво по праздникам? Вот вообще, как можно разделить вот люди, которые выпивающие, и люди, которые пьющие? Давайте начнем с того, что я расскажу, как действует алкоголь вообще на организм человека, и тогда мы сделаем с вами выводы, есть ли полезны дозы или нет. Дело в том, что когда мы выпиваем, нам весело и хорошо. То есть алкоголь – это очень хороший антидепрессант и очень хорошее эйфоризирующее средство. Да? Настроение поднялось, усталость снялась, и полный комфорт, ощущение полного комфорта. Но что происходит у нас в организме? Как только алкоголь поступает в полость рта, происходит моментальное всасывание алкоголя. И вот здесь выступает у нас на первом плане это наш царь и бог и головной мозг. И головной мозг у нас 8% в виде фиксированного алкоголя будет держать этот алкоголь. Серое вещество головного мозга держит алкоголь от 14 до 21 дня. Но у нас есть еще и белое вещество. И вот испанцы доказали, что в белом веществе головного мозга алкоголь держится 6 недель. А дальше, то есть оно будет держаться, а далее поступает в желудок. И если желудок у нас полный, то всасывание алкоголя идет медленнее. Если у нас на пустой желудок, как у нас обычно принято выпивать, то всасывание алкоголя идет гораздо быстрее, и опьянение наступает быстрее. А дальше алкоголь поступает в печень. А печень – это наша лаборатория. И она, чтобы справиться с этим ядом, а головной мозг поступает, подает импульс о том, что это яд, это не свойственно для нашего организма, и наша лаборатория начинает избавляться от этого яда. Каким образом? Сама печень справиться не может, а она призывает своих солдат. А солдаты – это ферменты. И самые главные ферменты, которые участвуют в окислении алкоголизма, алкоголя – это каталаза и алкоголь-дегидрогеназа. Мы не болеем от алкоголя, который мы пьем. Когда мы пьем, нам всегда хорошо. Но уже через 1,5, 2, 4, 6 часов – образуется очень токсичное вещество, которое называется ацетальдегид. И мы болеем от ацетальдегида, от этого очень токсичного вещества. Что, как мы проявляемся? Если вы выпили немножко, то, конечно, на другой день вы утром встали, да, у вас просто побаливает голова, ощущение усталости. Как молодые говорят, что это ощущение овоща. Легкое похмелье. Легкое похмелье. Они даже похмельем это не называют. У меня его нет, этого легкого похмелья. То есть просто ощущение такое, когда ты валяешься до обеда. Но работать и копать картошку тебе в это время точно не хочется. Да? А потом, ну что, это сухость во рту, это небольшие изменения в головной, небольшие головная боль у некоторых
и голова не болит. Но чаще всего это просто сухость во рту. И если же человек выпил много, то и ацетальдегида вырабатывается много. И тогда у человека просто развивается похмелье. Что это такое? Когда начинается просто вегетативное состояние, да, это покраснение кожных покровов, склеры наши, глаза наши становятся красными, сухость во рту. Человеку постоянно хочется пить, у него постоянная жажда. Затем присоединяется уже неврологическое состояние, то есть тогда, которое мы видим с вами похмелье. Это тогда, когда обильное потоотделение, когда у человека тремор начинается, тремор кисти рук, да, потом начинается крупный тремор всего тела, все в зависимости от ацетальдегида. А дальше алкоголь не останавливается, окисление продолжает свое действие по нашему организму. Следующий этап образуется уксусная кислота и другие ацетаты. Вот представьте себе, что должно произойти с организмом, если переработанное. Мы ведь не пьем с вами уксусную кислоту просто так, да? А эта уксусная кислота, она должна и в почках побывать, и в почках побывать, и в печени, и в легких. Побывать. Поэтому и конечный этап алкоголя – это у нас вода и углекислый газ. Многие считают так, что алкоголь у нас можно заесть. Да? Мы очень часто сталкиваемся с этими. Особенно сейчас у нас хорошие алкотестеры на проходных стоят в Нижнекамск, Нефтехиме. Вот и получается так, что многие пытаются заесть, но выделение алкоголя происходит где-то 60% через легкие. Поэтому, к сожалению, что бы вы ни ели, гвоздику, лавровый лист, семечки, чеснок, да, все равно, так как алкоголь выдыхается через легкие, значит, практически запах алкоголя вы заесть не сможете. Скажите, пожалуйста, как специалист, вот человек, который начинает опохмеляться по утрам, можно ли считать, что это какая-то уже начальная стадия алкоголизма? Или вот это такой звоночек ни о чем? Давайте скажем так, что первая стадия алкоголизма, это называется стадия бравада. Да, бравада. То есть человек говорит, я хочу пью, хочу не пью. Вторая стадия, это человек говорит, я хочу и я пью. И вот третья стадия, я уже... Не хочу, а я все равно пью. Вот с того момента, когда человек опохмеляется, это уже вторая стадия заболевания, и обратной дороги не будет. Как вы считаете, вот появление алкомаркетов в пивных магазинах намного усугубило ситуацию или, в принципе, все на уровне также осталось? Абсолютно усугубило. И мы все наркологи борются практически у нас в России. То есть, почему? Доступность. То есть, вообще, все наркологи ратуют за то, чтобы создались крупные алкомаркеты и за пределы города. Почему? Чтобы любой человек в тапочках не спустился и не выпил. Потому что это все усугубляет прием развития алкоголизма. Чаще всего какой алкоголь употребляют? Вот пивной алкоголик, да, бывает? Бывает тот, который на более крепких напитках сидит? Вот ваши пациенты, они чаще всего с какими проблемами? В последнее время, конечно, у нас процветает пивной алкоголизм, потому что настороженности у молодежи отсутствует. Им кажется, пиво – это легкий спиртный напиток. Да? Но здесь я хочу сказать, что градусы компенсируются количеством. Сегодня я смотрела молодого человека, который выпивает 6 полторашек. То за есть раз. За раз, да. Выпивает 6 полторашек. И этим не ограничивается, потому что очень многие выпивают и 10, и 12 литров пива за вечер. То есть это такая уже для них норма, и им 5 полторашек будет недостаточно? Да. К сожалению, это да. Ирина Викторовна, правду ли говорят, что раньше разведчики использовали такой способ, что перед тем, как выведать необходимую информацию, они так садились за бутылочкой, но при этом выпивали энное количество масла, чтобы, так сказать, не опьянеть? Насколько это вообще правдиво? Ну, дело в том, что в народе существует такой миф. И буквально у меня в этом
месяц был такой инцидент, когда я провожу медицинское освидетельствование, когда начинаю смотреть человека, а он принес, он выпил с проходной, до меня пока дошел, он выпил по бутылке масла. Конечно... Растительного масла, да? Растительного, обычного растительного масла. Дело в том, что опьянение все равно такое же. Опьянение практически... Мы поставили ему диагноз алкогольного опьянения, ну, а последствия, ни о каких разведчиков мы точно не будем говорить, потому что следующий этап после того, как вы выпьете, это будет дюбаш, и очень хороший дюбаш, вы просто не станете с унитаза. Поэтому это, конечно, миф. Ирина Викторовна, в завершение нашего разговора скажите, пожалуйста, куда может обратиться человек, если вот он уже понял или поняли его родственники, что у него начались проблемы с алкоголем? Ну, единственное место, конечно, в нашем городе – это Нижнекамский наркологический диспансер. Почему я его рекомендую, а не вызывать, например, на дом кого-то, частных лиц? Не надо бояться, потому что у нас тоже существует анонимное лечение. Все анонимное лечение бесплатно, никаких учетов, конечно, не поставит этого человека. А если человек уже нечего платить, он дошел до определенного состояния, то существует и бесплатное лечение. И, конечно, это пребывание в стационаре, это лечение в поликлинике. И в дальнейшем мы рекомендуем обязательно пройти реабилитацию. У нас реабилитация, у нас краткосрочная реабилитация существует. И в дальнейшем, при желании пациента, мы посылаем в Казань на долгосрочный реабилитационный период. Ирина Викторовна, спасибо, что нашли время и пришли к нам. Я надеюсь, что мы с вами еще не раз увидимся. Спасибо за приглашение. До свидания. До свидания. Это была программа «Твое здоровье Нижнекамск. Берегите своих близких».